Друзья, всех приветствую! С вами компания «Агрокраина Днепр», запчасти на трактора ЮМЗ МТЗ. Слава Украине! В этом видео я вам сделаю обзор на гидросоединения, которые подходят на разную сельхозтехнику, вообще на разную технику, ну и в частности наше направление – это трактора ЮМЗ МТЗ. Давайте начнем с муфт. Муфты соединительные, муфты разрывные. Ранее я вам записывал варианты с евроклапаном, помните, производство агроимпульс, односторонние, двухсторонние. А в этом видео я вам решил показать именно вот самые простенькие и самые ходовые, которые у нас берут. Я думаю, берут их из-за своей как бы доступности и дешевизны. Но и по качеству они довольно неплохие, ни разу по ним у нас не было никаких вопросов. Бывают они под 24 ключ, бывают под 32. Вот поближе покажу, как они выглядят. И муфта разрывная. То есть, видите, никаких колпачков, ничего здесь не предусмотрено. Так, это муфта есть. Дальше, штуцера. Начнем с обычных. У нас есть они переходные и соединительные. Я думаю, все понимают разницу. Соединительные – это когда с двух сторон идет, например, одинаковая резьба. Вот это у нас… Какие, я сейчас вам покажу. Это у нас S32. М27 на полтора, то есть 27 на полтора и 27 на полтора по 32 ключ. Это соединительные. И переходные, это когда оно дает переход. То есть, вот как в этом варианте, это у нас с этой стороны М20 на полтора, с этой стороны М16 на полтора. То есть, оно делает как бы переход. И тут 24 ключ. Бывают у нас различные варианты, бывают М22 на полтора, М20 на полтора, М27 на полтора, М18 на полтора. В общем, вся вот эта линейка всех размеров резьбы у нас есть. Также есть под разный ключ. 24, 32, как я уже говорил. Это по штуцерам обычным. Также есть штуцера под дозатор. Обращу ваше внимание, то, что они идут непростые. Тут с одной стороны идет резьба М20 на полтора, с другой стороны идет резьба полдюйма. То есть, если вы себе берете нормальный дозатор, то есть это во всех приличных, скажем так, дозаторах. Совсем в Китае, с Китая в каком-то, да, там идет 20 на полтора с двух сторон. Вот. Имейте в виду, что если вы берете дозатор, нужно вам еще специальные штуцера, которые вот эти полдюймовые, их в принципе даже сложно будет найти. Не во всех магазинах они есть. Дальше, по штуцерам угловым. У нас есть тоже несколько вариантов. Есть штуцера обычные, без гайки. Почему-то я вам их тут не положил. Есть также вот с контргайкой. Есть с гайкой резьба. И есть угловые штуцера по типу банджо. Очень прикольные, как они у нас появились, пошли просто на расхват. Здесь смысл в том, что он ходит 360 градусов, и вы можете выбрать угол, который вам нужен, и уже после этого затянуть. Так, это по угловым штуцерам. Ну и понятно, есть они тоже, также они бывают у нас, вот видите, здоровые по 32 ключ. Так что, ребят, как вы видите, мы стараемся держать максимальный ассортимент, чтобы в нашем магазине вы могли найти все, что вам нужно. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Мирного неба. Пока.